Ваше превосходительство, доброе утро. Приветствую, Алексей Сяк. Все же сам. Господин Алябар, я рад с вами встретиться в очередной раз. Вы давно стали другом Беларуси, находитесь здесь часто. Мы приветствуем такую схему и систему вашей работы и всегда готовы вас встречать в Беларуси. Тем более вы всегда приезжаете с конкретными предложениями. Мы, конечно, основное время сегодня уделим главному проекту «Северный берег» здесь, в Минске, который вы намерены построить. Это крупнейший проект. Я думаю, более крупного проекта у нас в Беларуси еще не было. Конечно, мы будем говорить о сотрудничестве в сфере IT-технологий. Я очень хорошо знаю, что вы этому сектору уделяете большое внимание и знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я вам благодарен организации той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. И тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира. Кроме этих крупных проектов, я помню наши встречи и наши договоренности, размышления по поводу других проектов, которые могли бы осуществить здесь, в Беларуси, представители крупного бизнеса Эмиратов. Мы готовы вернуться, если есть интерес к этим проектам и в области сельского хозяйства, продовольствия, очень актуальный сейчас вопрос, и многих других, которые мы когда-то обсуждали. Прежде всего, ваше превосходительство, я очень рад увидеть вас. Большое спасибо за время, которое вы мне уделяете. И большое спасибо за особое гостеприимство, которое вы указываете, потому что это гостеприимство не как обычному гостю, а как другу и брату. Это всегда трогает мое сердце. Но это гостеприимство относительно. Вы уже давно тут фактически гражданином Беларуси стали и живете здесь. You are almost the citizen of Belarus. You are coming often, so there is no any special hospitality. Thank you. И, ваше превосходительство, я хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете IT-сектору, потому что то, что вы сделали, это действительно важно для мира. Вы уделили, насколько я знаю, большое внимание развитию парка высоких технологий. И в то время это было только начало, но сегодня мы видим, что весь мир двигает технологии. И если взять все население Беларуси, то отношение развития IT-услуг и те услуги, которые экспортируются, то на душу населения это выходит выше, чем во многих западных странах. Но самое главное для развития IT-сектора – это люди и качество людей, качество образования. И это есть в Беларуси, это очень важно для развития технологий. И, господин президент, я, наверное, вам раньше не говорил, но я владею самой большой компанией по электронной торговле на Ближнем Востоке. Я это знаю. Потому что в арабском мире мы импортируем очень много технологий. И у нас был ряд встреч с господином Янчевским в Эмиратах и здесь, в Беларуси. И мы увидели, что даже та платформа, которая существует в Эмиратах, очень много белорусские компании могут туда вложить и повысить добавленную стоимость.